Вот, дамы и господа, сегодня мы собрались здесь ради... Та-дам! Ой, она даже первая. Ой, давно ее не было. Это та женщина, которую я ждала и хотела с тех пор, как увидела. Она очень трогательная. Немножко не в том смысле, в каком обычно употребляют это слово. Вот. У меня нет ни одного Крио ДДН, но мне совершенно пофигу, потому что это вайфу гейминг. Я ее хочу. И вот. Начинаем? Давай. Идем. Круток 120. А что у меня там, кстати? Что у меня там? Ого. Ну, я думаю, что у тебя впервые будет это... Бискицин. Спасибо. А можно выиграть третий раз в жизни? Ты такой добрый? Офигеть. Так, Аль-Хайтам был в последней десятке. Мороксу не молюсь, он деньгами не умеет распоряжаться. Значит, Нина у нас успешная женщина. Кто у нас там еще? Чугунок, племяшечка. А Сяо, как, ну, адепт, который может ее там, не знаю, делиться с ней опытом, тоже обучает. А кто у меня четвертый? А четвертый у меня Кицин, чтобы она была довольна и не пришла. Вот, потому что как это сил больше нет. Пожалуйста, выигрыш. Моя женщина, я иду к тебе. Еще желательно стегной. Но до этого еще дойдем. Та-дам! Я сейчас бы офигелась, была первая голда. Я такая 120 крутых. Да, да, да. Так, ну давайте вот так вот сделаем. Дионочка, Тима, я зайк. Она у меня, кстати, вот почти-почти. Это либо шестое, либо еще одно вот максимум. Та-дань! 20. Понятно. Ничто не меняется. Мика, шикарно. Ой, может, я сахарка соберу тоже. Сахарка С6 хочу, прям сил нет. Я ей достаточно активно играю. Я потыкал Мика в тестовом заре, ничего не понял. Ну, запетрим. Диона, вот, может, сейчас собралась. Это сколько? 30? 40? 40 вроде. Сахарок. Так. Девочки, ну куда вы уже соберетесь-то? Давайте притаскивайте Шеню. Чугун, зови тетю. Мика. Да, видимо, Диона у меня была так себе. Не очень созвездие. Я сбилась уже? Нет, уж. Я вначале сбился. Но новый падает хорошо. Что удивительно. Момент истины. По одной. Ну, я же сказал, в этот раз выпадет сразу. Это знаешь почему? Я Кицин в пати взяла. Может, так все время теперь делать? О, прям... А мне сейчас взять кого? Делюка, Чичу. Да, ну вот все, кто тебе упадает. Ой, я уже успела это еще и с Микой обалдеть. Третий выигрыш за игру с мая месяца 2002. Ну, а теперь ты будешь стегнуть чью? Да. Ее или я чью? А, как пойдет. Ну, вот я не знаю, на что ставить путь или ставить ли его вообще. Ну, у меня, видишь... Давай так. Пофиг. У меня здесь вот буквально вот сейчас вот-вот. У меня последняя моя крутка. Впервые выпало то, что... На что стоял путь. 30, 40, 50, 55, плюс 2, 57. Угу. Ну, то есть, либо вот сейчас, либо следующий. Угу. Пробуем. Ну,
Будет ее сигна? Шикарно. Будет туман? Я не расстроюсь. Один из лучших мечей в игре. И вот. Ну, если проигрыш, ну, посмотрим, что будет. Пофиг, ладно. Я уже счастлива, потому что я уже со своей вайфу. Погнали. Вау. Две будешь пушки крутить? Посмотрим. По одной. Твои ставки. Ой, вот... Ну, я до этого крутила последний раз в мае оружейник Сяо. Проскамил он меня по полной программе на 2 очка. Пушка Шеньки, конечно, классная. Именно для Шеньки самой. Да. Туман. Пусть будет туман. Отлично. Шикарно. Меч на Аято. Поменяются с сестрой. Где Чичи? У меня Чичи нет. Уж до сих пор. Фу, ну и все. 30 круток на господина Байджу, которого я тоже очень-очень жду. Я думал, ты продолжишь. Нет. Это на Байджу. Он следующий. Надо копить. Ура. Ну что, это Вин. Мика. Сколько у нас собрал? Много. Три. Три? Мне что-то казалось, что 5 уже. Нет, нет. Так, хорошо. Сахар, с ним разберемся, да. Дионочка. Собралась. Мы закрываемся. Я обожаю название их созвездий. Это нечто. Диона фулл. И сахарок фулл. Шикарно. Ну все. Все, что загадала, все сбылось. Мне кажется, у меня это впервые вообще. Это какой-то нонсенс просто, я не знаю. Сегодня все звезды сошлись. Новолуние вовне, все дела. Астара. Не понял, где моя женщина? А, вот. Я же испугалась. Где моя сладкая? Девушечка. Не такая милая. Все, я счастлива, пипец. Отлично. Уй. Пойду-ка, чуть. Потекли к тебе. Пойдем ко мне.